С 21 декабря по 11 января 2021 года сотрудниками госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия, главная цель которых – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период зимних каникул. Большое количество ребят будет у нас находиться дома, будут гулять, будут у нас пересекать проезжую часть. То есть самое главное – внимание к детям. Очередная акция «Безопасный двор» прошла на Жуковском проезде. Участок был выбран не случайно. Здесь расположены две школы, бассейн, четыре детских сада и много дворовых территорий. Большое количество наших юных пешеходов именно здесь переходят у нас улицу, двигаются по тротуарам. Да, ну и можно посмотреть, и достаточно сложное движение, такое усиленное. В ходе акции сотрудники госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения из Видновской школы номер 7 раздавали информационные листовки, проводили с водителями профилактические беседы, призывали быть более внимательными на дорогах, проявлять максимальную бдительность и снижать скорость на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и во дворах. Акция «Безопасный двор». Мы хотим напомнить водителям о правилах дорожного движения. Спасибо. В отряд юных инспекторов дорожного движения шестиклассница Аня вступила год назад. С тех пор она постоянная участница различных мероприятий. Мы присутствуем на разных мероприятиях. Раздаем, к примеру, листовки с правилами дорожного движения. Или проводим, к примеру, первоклассникам. Рассказываем правила, чтобы они уже знали в будущем об этом. Также инспекторы напоминали водителям, что нельзя оставлять маленьких пассажиров в автомобилях без присмотра. А родители предупреждали, что перевозить на санках детей через дорогу запрещено. Нужно вести за руку. И позитивно реагируют. Говорят, ну, иногда молодцы говорят, иногда просто смеются. В заключении мероприятия после напутственных слов и пожеланий от сотрудников госавтоинспекции каждый участник акции получил памятку об основных правилах безопасности, а также световозвращающие элементы, которые обязательно помогут стать заметнее на проезжей части в темное время суток. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.